Когда надо ставить перед отпуском прививку? За какое время? Вообще формирование иммунитета, насколько мы знаем, да, то есть мы это уже обсуждали, происходит спустя 3 недели от второго этапа вакцинации. Если мы говорим про «Спутник Лайт», да, то есть как бы здесь 3-4 недели, в любом случае это минимум месяц получается. Полный иммунитет формируется спустя 42 дня от введения первого компонента. То есть, соответственно, если мы хотим защитить себя, мы должны ставить заблаговременно. То есть минимум за 42 дня, если мы говорим о своей защите. Если мы говорим о том, чтобы нас в принципе выпустили в отпуск, да, то в принципе достаточно поставить первый компонент 2-3 недели, и для некоторых курортов этого достаточно, как бы, да, то есть процесс вакцинации. Если мы берем за границу, то там очень жесткие рекомендации, минимум 2 недели после завершения второго этапа вакцинации. То есть это как бы многие страны предъявляют такие требования.